Здравствуйте! Я вам хочу показать в этом видео собачку, аппликацию, которую сделал ребенок в школе. Учительница детям давала трафарет, и дети обводили этот трафарет. Собачка-пудель. Вырезали из бумаги. После этого приклеивали на картон. Затем ваточку, вот в комочки такие, скручивали. И клеем ПВА приклеивали. Посмотрите, какая оригинальная собачка получилась. Всем спасибо за внимание. До свидания.